В обласному центрі кардіології та кардіохірургії з'явиться киснева станція. З 2019 року споживання медичного кисню в цьому закладі збільшилося втричі. Нова киснева станція дасть змогу забезпечити киснем пацієнтів із серцево-судинними патологіями, а також важких хворих на ковід. Більше про це розповість Олена Логова, директорка обласного центру кардіології та кардіохірургії. Вітаю, Олена Володимирівна, у студії «Відкритого». Розкажіть, як прийшли до того, що генератор кисню потрібен центру? Здравствуйте. Тяжелое течение коронавирусной инфекции очень часто приводит к осложнениям сердечно-сосудистой системы и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Такие заболевания воспалительные, как миокардиты и эндокардиты, острые коронарные синдромы, инфаркты, тромбоэмболии легочной артерии, нарушение ритма. Все такие тяжелые пациенты требуют сложных кардиологических и кардиохирургических вмешательств. И как результат этого в план лечения обязательно входит кислородная терапия. По сравнению с 2019 годом количество таких больных в кардиоцентре увеличилось втрое. Соответственно, втрое вырос спрос на употребление медицинского кислорода. Скажите, будь ласка, сколько коштует такой аппарат и за какой кошт его придбали? С учетом того, что количество пациентов увеличилось, увеличился объем кардиохирургических вмешательств в нашем центре, принято решение о приобретении кислородного генератора или кислородной станции со следующей реконструкцией системы кислородообеспечения как внешней, так и внутренней. Это очень дорогой проект. Он стоит около 10 миллионов гривен. Только благодаря поддержке Валентина Михайловича Резниченко, это губернатор Днепропетровской области, за его распоряжением эта сумма выделена из областного бюджета. Расскажите, будь ласка, детальнейше про цей аппарат, его особливости. Этот аппарат или кислородная станция включает целый набор оборудования, которое состоит из самого генератора, системы управления и обеспечения кислородом. Это целая система бактериальных фильтров, которые очищают атмосферный воздух. Это и высушиватели атмосферного воздуха, и угольная колонна, которая очищает воздух. И все это оборудование позволяет в режиме реального времени из атмосферного воздуха получать медицинский кислород. Также это и реконструкция системы внешней по кислородопроводу и внутренней системы внутри самого лечебного учреждения по поступлению кислорода непосредственно к реанимационной койке больного. Скажіть, чим він допомагатиме, яким пацієнтам і чи, власне, є протипоказання для його використання? Количество таких пацієнтів увеличилось втроє по сравнению з 2019 годом, і це, соответственно, увеличило об'єм оказання кардіохірургічної допомоги. Це і такі види эксклюзивного лечения и высокоспециализированного, такого как аортокоронарное шунтирование при патологии коронарных сосудов сердца, это и стентирование на высоте острых инфарктов, это и протезирование клапанов сердца и пластика клапанов, это и оперативное вмешательство у детей при врожденных пороках сердца. Все это требует длительной кислородной поддержки, противопоказаний для использования медицинского кислорода нет. Чи допомагатиме аппарат тем, кто имеет побочные эффекты от ковида? Да, к сожалению, коронавирусная инфекция органами-мишенью после легких на втором месте стоит сердечно-сосудистая система. Воспалительные процессы, острые ишемия, острые тромбозы приводят таких пациентов к таким угрожающим состояниям, что промедление в оказании медицинской помощи может стоить этим пациентам жизни. Поэтому длительная поддержка медицинским кислородом в условиях реанимационных отделений нашего центра. У нас 15 реанимационных коек, на которых круглые сутки оказывается такая медицинская помощь, жизненно необходима. И останнє питання, скажіть, будь ласка, коли з'явиться апарат в кардіоцентрі? На сьогоднішній день підготовлена уже сложная проектно-сметная документація. Начались тендерні процедури по закупці самого оборудования. Уже начинаются работы по реконструкции системы кислородообеспечения и непосредственно монтаж, введение в эксплуатацию этой кислородной станции мы предполагаем в начале следующего года. Дуже дякуємо вам, пані Олено, що завітали до нас. Гостею нашої студії сьогодні була директорка обласного центру кардіології та кардіохірургії Олена Логова. Говорили про придбання для медзакладу необхідної кисневої станції.